Всем привет! Сегодня будем готовить блюдо из баклажан. И для этого нам потребуются баклажаны, помидоры, чеснок, сметана, сыр и немного майонеза. И сейчас я покажу вам, что нужно делать. Баклажаны нарезаем вот такими ломтиками и укладываем в жаропрочную форму плотно друг к другу. Солим и даем настояться минут 10-15. Тем временем режем и на каждый баклажан укладываем кружок помидора. И тоже слегка посолим. Прям буквально чуть-чуть. Приготовим соус, которым польем все сверху. Для соуса мне потребуется сметана. Я добавлю сюда немного майонеза, перемешаю, чуть-чуть посолю. И натру сюда наш чеснок на мелкой терке. Перемешиваем. И теперь на каждый ломтик помидора я выкладываю немного соуса и разравниваю. И последнее, что нам осталось сделать, это посыпать сверху наши баклажаны тертым сыром. И теперь отправляем наши баклажаны в разогретую до 170-180 градусов духовку и запечем их до готовности. И вот такие баклажаны у меня в итоге получились. Готовила я их 35 минут.